Итак, дорогие друзья, продолжается четвертый тур мемориала Таля, и у нас сейчас все партии в строю. Давайте сейчас посмотрим на диаграммах, мы покажем вам, что произошло за время перерыва. Ну, в общем, еще времени на часах много у шахматистов, так что они пока не балуют нас какой пулеметной игрой. Давайте посмотрим, как Ян Непомнящий играет против Леона Аронянина. Окончание оказалось очень непростым. После конь f6, ну вот Ян Непомнящий настолько все-таки творческий, интересный шахматист, он находит неочевидные возможности. Здесь 99 шахматистов из 100, ну как-то, наверное, подумали бы, что делать с конем на h5. То есть, может быть, уйти, может быть, разменяться. Ну а Ян просто отвечает нападением на нападение. То есть на конь d3 ладья бьет e7, и видим, что ладья может внедриться вперед. Конь g6, ну и здесь... Хороший ход сделал конь f4. Разменивает этого коня на g6. Идея в том, чтобы потом пешку d3 защитить путем слон c4. И вот эту структуру немножко поиграть. То есть, допустим, если вот у нас получается вот какая-то такая ситуация, ну вот путем слон c4 можно эту пешку поддержать. И, в общем, несмотря на то, что у белых кажется больше островков, но оно действительно больше, но ясно, что это не... Не, эти слабости не имеют какого-то значения. А у белых слон на b5 идет. Сейчас у белых поприятнее. Поприятнее, да, поприятнее. Что выигрыш не просто. Ну, до выигрыша... d4 пройду, и будут, может быть, какие-то проблемы. Да, да. В общем, Ян сыграл интересно, боево, и видно, что у Левона есть определенные проблемы. Ну и по времени, конечно, как обычно, у Непомнящего гораздо больше запас. Он в целом действует быстрее, чем свои соперники. Так, а вот что у нас делают чемпионы? Вы знаете, Крамник-то сыграл по-нашему, по-комментаторски, да? Слон b3. Ну и вот, видимо, эта идея с... Король g7 не сыграл, заметьте, Анант. Испугался он творческих напрыгов, да, ладья e6. Но теперь белыми можно удовлетвориться. f5 уже не идет ближайшие 5 ходов. АБ, АБ. Неочевидный размен. Не знаю, что не нравилось Владимиру. Может быть, противостояние где-то? Может быть, подрыв А5? Ну, хотя это не так-то просто сделать. Там под АБ попадаешь. Но Володя сыграл так. И слон Е3. Конь f6. Ну, мне кажется, что Анант все-таки ищет упрощение в этой партии, правильно как-то ищет. Пытается стабилизировать игру. Конечно, правильно ищет. Все делает верно. Конь f6, и я бы пошел. А там даже смотреть, конь d5 или конь e4. Да, действительно, у этого коня разные могут быть судьбы. Вот. Конь e4 будет маленький плюс. Все-таки у белых. Ну, конь на c6 да. Ограничен, да? Да. Поэтому я не уверен, что брать на e4 лучше. Ну, пока он, кстати, напал на d3. Так, на всякий случай. Ну, допустим, если сыграли как-то так. Ну, может быть, ход не выглядит тогда симпатично. Тогда я пойду конь d5. Конь d5. Да. И на слон c5 вы уйдете, да? А на конь c5, ну, можно даже ладьей, наверное, уйти. Ну, просто хотелось пункт c5 использовать каким-то образом. Вот на слон c5 мне не нравится, что слон g7 можно сыграть. Оставить этого слона, пусть он тут находится. Если, конечно, c4 нигде не последует, надо смотреть дальше, да? В общем, Крамнику сейчас, у Крамника есть выбор, что делать. Угу. А как вы относитесь вообще вот к внедрению на c5? Нельзя. Так, ну здесь хотя бы ладья с e1 идет, значит, ферзь d3. Нет, ну здесь пешки нет. Простите, вы должны бороться за компенсации уравнение. Нет, да? Ну, нет, хорошо. Может быть, для уравнения найдете, угу. А больше-то нет. Точно. Ну, короче говоря, надо пешку защищать пешку и, надо, собственно, не мудрить. Солнце 5, ход правильный. Хорошо, хорошо. Значит, здесь констатируем то, что у Крамника пока есть какая-то небольшая инициатива, но не факт, что что-то серьезное. Теперь они жгили. Вот, кстати... Я все-таки не понял, значит, на ферзь d3 и слон f8, да? По-моему, и потом конь c5 вилка. А, вы слон c5 хотите? Да, я хочу слон c5. Ну, я бы вообще черным ушел бы просто. Зачем, ну, зачем коня на c5 нет, пускать? Ну, тогда же я могу пойти... Нет, так нельзя. Сюда. Так, слон f8 и вилка на c5, ну, да? Может быть, конь c5, конь e4.
Конь Е4. Не знаю. Ладья Е3 или сразу слон H6? Непростой вопрос. Ну, слон H6 я все-таки на C3 могу взять. Угу. А ладья E3, ну такой надежный способ, и потом слон бьет H6. Ну да. Может быть, поприятнее будет у белых. Я, конечно, могу взять на E3, но на F8, но это недостаточно. Угу. Угу. А если конь D2? Здесь конь D2? Да. Жестокий ход. Ну, допустим, если просто взяли, да, взяли да. слон H6. А не слон H6, ладья D1 еще есть ход. То есть вообще ферзя поймать. Но здесь тоже точно придется отдавать ферзя. Поэтому не годится. Ну вот ход слон c5 любопытный. Слон g7, да? Слон c5, слон g7, допустим, да. Ну просто как-то крепчаем. Ну, да. А этого слона на c5 игнорируем. Ну вот я думал c4. c4, ну. Серьезный подход. Ну ты же сам предложил. Ты же сам предложил. Да, идея вброшенная в эфир становится материальной, да? Взять на Е4, даже если я пешкой возьму. Все-таки чуть-чуть приятнее. Да, поприятнее у белых. Вот ничего не скажешь. Все равно есть какие-то мелкие проблемы, да. Угу. Ну хорошо, в общем, крамник поддавливает. А вот давайте посмотрим, что делает Анишгири. А смотри, Свидлер все-таки пропустил. После конь D4 он сыграл конь F3. Да. И последовал ладья H6. Ладья H6, этот ход мы не смотрели. Ну, интересный ход, необязательный, но здесь бы конь d5 изучалось. Да, ладья H6, вот интересно, да. заставляет взять. Бить. Потому что если брать сюда, то, наверное, b6, да. Вот я пытаюсь найти, а где здесь поля отступления, но их, видимо, нет. Поэтому брать на c5 нельзя, ферзь b7. И теперь конь e2. Вот это ударчик. Он король H1 пошел, да? Король H1. Ну, давайте расшифруем. Король H1. Так, без ферзя, да? Слон D5 без ферзя. А нельзя этого ферзя как-то отдать? Нет, нельзя. За много фигур. Мы уже смотрели это. Там, во время перерыва. Угу, понятно. Так. Здесь должной компенсации белые не получили бы. Король H1 это обязательный ход. Размен на C3. Я думал, надо ли ходить так. Я еще думал другой ход сделать. Какой-то. Ну, ладья F7, например. Ну, конь C3. Ну, это очень тихо. Ладья F7 это настолько тихий ход. Защитил на C7 и хочу ферзь D3. Вот это да. Вот это сила. А что слон D5? А, там еще на G2 с шахом потом будет в конце варианта. Я просто конечно, считаю варианты, конечно, да. Конечно. Так, да. Ну, хорошо, ладья F7 это было... Интересное решение. Ну, я, по крайней мере... Ну, допустим, если ферзь просто ушел, да? То есть, вот, ну, как тогда вот... тогда я могу назад пойти. Конь D4, кроме да? того, я могу взять и слон F5, и слон D3. Что очень сильно. Да, согласен. Поэтому... Ладья F7 интересный ладья ход. Ладья F7 логичный ход. А если начать с какого-то удара? А что тогда? Я хочу на E2 откушать. Нет, извините. Я могу, во-первых, взять, а потом взять на D3. Взял на E5. Угу. И вы конь Е2, я ферзь Д3. И покажите мне, куда пойдут ваши фигуры. Фантастически провисающее все, да, все провисает. Ну, мне много не надо, я одну хочу забрать. Как там сказал, да, Теркин, не заглядывай вдаль, я скажу, зачем мне орден, я согласен на медаль. Да, вот вроде бы у белых висит больше, и они, скорее всего, что-то потеряют. Да, ладья F7 было интересное решение. 8... А уже сыграно конь c3. Да, вот мне конь c3 не понравился. bc. Ну, может быть, он форсированно выигрывает. Это мы смотрели. Слон d5. Ферзь b2. Может быть, он что-то нашел здесь. Потому что слон f3 мне не понравился ход. Взял на f3, взял на 3, слон e3. За пешку нет, ну, достаточно. Такого белопольного слона отдавать практически просто так. Какой да? ход делать? А надо ли вообще что-то делать? То есть, может быть, у черных в целом, с позиционной точки зрения, неплохо? Ну, а почему белые плохо стоят, если даже ферзь c2 потом идет? Нет, а никто не говорит, что у белых плохо. Просто... Нет, у них было плохо. У них было плохо. Вот буквально ход назад, после хода ладья. Ну, хорошо, это гипотеза, да? Да, ну... Это гипотеза. Предположение. Ну, допустим, ферзь а8. Вот это правильно. Вот ферзь а8. Может быть, у них плохо.
Потому что конь на f3, да? Да, но в принципе конь на g2 не красавец, да? То есть мы можем взять и просто ладья d8 как-то сыграть. Мне кажется, fc2 это все равно с позиционной точки зрения у белых просто вот должны быть как небольшие проблемы, да? Вот это небольшая проблема, видимо, на поле d3. Ладья d6 будет просто на fc2, ладья d6. И пешку в конце концов скушаем. Отсюда вывод. У Аниши Гири перевес. Перевес все равно... Мне казалось, ладья f7 больше перевеса, но даже здесь все равно лучше. Угу. Все равно лучше, потому что конь на g2 связан, никакой перспективы нет. Как-то пытаться на c5, на a5 нападать. Ну, можно попробовать ферзь b3, чтобы вот на c4 стать. Я имею в виду на отход ферзь. А если я пойду ферзь d5? Ферзь d5... Ну вот какую-то динамичку. Какую? Динамичку. Какую? Ну не знаю, может быть, к пешке c5 привязаться. Или ферзь b7, я не знаю. Вот это, но конечно... Я конь e6 хочу там сыграть. Потом. Да, вот, кстати, если конь станет на e6, то совсем у черных все станет крепко. А вы ничего сделать не сможете. То есть пешку потеряете без вопроса? Без вопроса. Заметьте, не я потеряю, а Свидлер. Нет. Вы вместе. Знаете, как доктор смотрит у больного и говорит, как хорошо, что все это не у меня, да? Вот осматривая больного. Но хорошо, ладно, такие мрачные аналогии. Ну, вопрос так, сумеет сделать Свидлер ничью или нет? Вот так вопрос вот стоит. Сумеет или не сумеет, это вопрос действительно такой практики. Посмотрим. Да. Но перевес Гири действительно просматривается. Да. Ну, как, смотрите, он как же блестяще играет китайский товарищ. Да, посмотрите. Он не берет качество. А нет, он играет на слабость первой горизонтали. Смотрите, он сыграл после размена на b5. Он заманил белого ферзя на a7. И теперь назад. И да, потом да, как взял, ударил на b2. Да. На a2. Здесь, кстати говоря, было еще, знаете, вот какое продолжение? Ферзь b7. Да. Ладья 2. Ладья d1. Взяли, еще ходом ферзь опять огоньку добавили. В стиле Гарри Кимовича. И конец, ладья f1. Надо. На этот ход еще, видимо, слон d3 какой-нибудь. Да, и все, это уже точно. Конец. А на этот ход шах на f7 обязательно надо зевнуть. О! И король h8. Пусть белые думают, как... Но дело в том, что мы еще могли... Как с первой горизонталью разбираться, да? Ну, чистый Гарри Кимович. Или Михаил Нехимович, да? О, вот какая... Морфи, да. 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 Ну, нет, ну... Андерсон, Кизерицкий, все-все-все. Мне более жалко. Так, ну давайте, погодите. Сейчас, может быть ферзь c5-то понадежнее? Ладья да. А2, ладья А на d1. d1, да. Ну теперь вот будет брать на d4 или не будет? Ну даже взять и на b2 уже, ну, наверное, тоже. Поприятнее. Тоже там, поприятнее у там черных. Там как-то конь d6. Ладья сюда. Ферзь d5, а... Конь d6, да? Ну, тут надо согласиться, что ферзь d5, b4 там иди. b4. А я сейчас думаю, а если здесь просто конь вот d6 же, тогда попробовать замотовать просто? Ну, правда, на f5 можно успеть взять, да? Давайте, наверное? Конь f5. Конь f5, да. ЖФ, да? Ну, ЖФ-то все-таки даже ладья d2. Ладья d2. И там по первому ряду, видимо, ничего не происходит, да? Что-то тут маловато. Да, маловатенькое, да. Не, ну давайте, конь d6. Ладья b2, конь d6. Так. Ну, вроде бы ничего страшного не происходит. Ну, может быть, слон d4 все-таки? Слон d4, ферзь d4, как-то так, да? Не, по первому ряду, да, пригрозить? По первому на e8 взять. А, на e8, не, да, не, вот не получается. Одну секунду, давайте мы попробуем дальше. Как-то позиционная компенсация у белых получается. Где-то и слон на h6 подскачет. Давайте действительно чуть пораньше. Угу. Вот чуть-чуть пораньше. Ферзь опять, с идеей мата на e1. Да, совершенно верно. На b2 не надо бить. Ферзь опять. Ну, допустим. b4. Допустим, b4. Ну, надо бить на d4. Угу. Допустим, взяли коньком. Да. Ну вот теперь могу ли я... Я подозреваю, что после размена c5 компенсация будет все-таки будет, у белых. Да. Как? Ладья 1 на b4? Как? Лихо. А что ладья... А да, если... там ладья e1, да, угрожает. А, ладья e1 мат грозит. Вот это красиво. Ладья e1 мат грозит.
Ну, давайте тогда, а как, ну, допустим, пойдем вот королем, в смысле, H4 там, H4, жечь, а? Ну, я думал, да, а ферзь D4 тогда уже берет, да. Понятно. А кто, кто больше съест вот в конце? Хорошо. Кто не, больше? Ну, убедительно, убедительно. Впечатление такое, что белые должны где-то погибнуть, припухнуть. Потому что... Какие у вас глаголы, Евгений Ильинич, это что-то с чем-то. Не нравится? Хочется взять на карандаш тут же, да, на карандаш возьмите. Обязательно. Тут никаких претензий на авторские права. Так, еще раз, ферзь А5, да. Ну, тут очень хороший ход на B4. Так. Порекомендовали нам так, из зала. Так. Очень ну что, матешник-то грозит серьезно, да, конечно. Грозит, да, грозит, ну, B4 надо играть, а что делать? Слон D2 еще, что ли, ну тогда? Ну, слон D2, слон D4, да, мне не нравится, что и ты все, как-то потерял, совсем уже все ничего... Все потерял, потому что или на B5, или на C5. Да, 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 это проблема. Ну, B4 надо ходить. Проблема. И тогда ладья 1, очень, очень круто. А давайте как-нибудь вот так защитимся. Ну, не защитился. А еще, если... А... Там на c1, а если так, тогда ладья c1 еще, да? Нет. Я имею в виду на ферзь b5, ферзь c1 есть. Но ладья c1 хороший ход. Фигура лишняя. На e1 хотим дать мат, а здесь да, вот так. Да, да, да. Вот это ну, хорошо. Тоже, потому что да, ладья c1 и по-прежнему мат на e1. Это, вы конечно... знаете, Борис рискует сейчас, в общем, да, оказаться причем совсем в печальном состоянии. Может все это найти. Я думаю, что это не так сложно, имея час времени. Конечно. Ну, в общем, конечно, Борис действительно здесь разочаровывает и как-то не готов к турниру оказался. Ну, он неправильное решение. Ну, раз и уже не получил, ну, надо делать ничего. Ну, не соизмерять свои силы и свои нынешние возможности. Это обычная инерционность мышления. Вот у человека предыдущие 35 лет получалось это делать. Сейчас, вот, видимо, организм немножечко да, подсел, и поэтому Борису надо как-то немножко укротить свой нрав боевой и играть немножко чуть-чуть по суше, да? Вот если у нас мемориал Тали, давайте вспомним, как Тали играл в конце 70-х. Он уже не разбрасывался фигурами, как в начале 60-х. Он поменьше жертвовал, он играл солиднее, он крепче ставил дебют и так далее, и так далее. То есть он изменился и стал добиваться больших успехов. А уже помнишь, в конце 70-х он играл сказал блестяще интересную фразу, когда его спросили, а когда Таль играл сильнее? Да. В начале, когда он стал чемпионом или потом? Он сказал, что я нынешний Таль размазал бы того мальчишку, под орех. Да, да. Угу. Так что... Шахматы меняются, и Таль как раз это все прекрасно понимал. Ну, давайте посмотрим на партию Томашевским и Медьяров. Вот этим шахматистам можно еще пока не меняться. Конь c5. Ну, мне напал кажется, на вилку. Что худшее для белых позади. Сейчас это еще точно пешку на e4 это поставим. Точно. Слон f7, ферзь c2. Ну, как-то уже какая-то гармония возникла. Сейчас пешку на e4 метнем и пространство будем захватывать. Да, я согласен, что худшее для белых позади. Мне кажется, Женя неплохо выкарабкался. Да, сейчас e4, этот конь поскачет через e3 на f5. Может быть, черный не хуже стоит? Ферзь b6. Ага, нет, вот видим, что Шахриар-то а что он напряжение поддерживает. Ну, на b4 как-то напал. А если напал a3, то a5, что ли? a3, a5 и на e4 ab, да, есть ход? Ну, да. Да, ну вот, вот такая индейка. Индейка. А если конь А4, то ферзь А7, да? Ну, можно, конечно, ладья Б1 пойти. Ну, как-то... Обидно, да? Обидно. Вот ладья Б1 играть обидно, хотя, может быть, и, знаете, а может быть и ничего. Поддержали, в конце концов, всю эту конструкцию, пусть ферзь на Б6 стоит. На C5 зато защитили. Да, защитили, может быть, все равно поприятнее у белых, может быть. Хотя вот у черных все стоит красиво, да, просто проблема в том, что делать, если эти пешки начинают напрыгивать. Там Е4, потом, может быть, и слон Е3 можно поставить. Ну, куда этого коня? На C7, что ли, вводить? Как это говорят? Взял белых. А, ну да, вы ставите на белых, да? 1 рубль. Так, хорошо. Хорошо. Ну, пусть Женя подумает. Конечно, хочется пожелать ему удачи. Так, а вот Ян у нас, видимо... Безо всякой удачи. Собирается всех обыграть. Да. Шах наш 4. Очень. Так. Ну, куда вот, интересно, пойдет? На H3 пошел. H3, да? Ну, вообще-то висят две. И слон, и конь. Угу. Конь F5. Немножко искусственно конь это F5? Все.
Да, d4 с идеей слон b1, да? d4 с такой жадной идеей слон b1, напасть на этого коня и потом съесть слона. Ладья f8. Не говорите. Не говорите. Просто кошмар. Шахматы будущего. Ну, между прочим, черные-то закончили развитие, а белым, у белых пока все стоит, половина фигур стоит на первом ряду. А вот он не рассматривал хода g5? Вместо ладья e8? Да. На слон b1, g4. Какая грубость. Потом шахом коня увести там. Какие грубости вы рассказываете, да? Так, ну даже не знаю. Не знаю, что тут сделать. То есть g4, да, вы хотите? Не, g4 ну, не дальше. Слон b1 все-таки возможно. Слон b1, g4, сюда шажок. А король g3? Король g3. Ничья. Нельзя. Как ничья? Назад нельзя, да. Нет, там висит на e7, на h4, да. Ну, значит... Значит, не прошло. Не судьба. Ладья e8. Ладно. Ну что делать с пешкой d4? Зная Яна, я могу сказать, что его пешка d4 вообще не волнует. Он сейчас будет какую-то опять-таки динамику смотреть. Конь e6, да, есть такой эффектный удар, но связка какая-то здесь, не знаю, меня как-то это все беспокоит, что где-то в динамике, может быть, белые. А хотя, с другой стороны, почему нет? На ладью-то все-таки напали, да? А что? Так. Действительно, хотим взять на d8 и на f7. Вот такая же идея, да? Так. Конь e6 круто. Ну, допустим, пока... Ладья c8. Ну, просто а ладья c8. А кстати, после этого вообще коня взять никогда нельзя, да? Да. Ну, но... просто можно развиться пока, да, слон f4. Все эти тоже можно смотреть. Так. Ну, да. В общем, вполне тоже в стиле Яна. Яна не помнящего, да. Fe, если я взял шах и взял... Не, ну там дальше надо, надо дальше смотреть просто так. Надо взяли cd, да? Да? cd. Не, ну здесь все-таки лучше понятно, взял. Ничего, не, но... взял на d4 и слон e3. cd. Но все-таки речь о том, что два слона в открытой позиции, ну, да? Да, на 7 висит, да. А что король? Ну, король на h3 вроде неплохо шахов стоит. Шахов на него да? нет. Если так, слон e3. Ладья d5. Ладья d5, ну, да? Ну, хорошо, слоном надо уйти. Как-то аккуратно. Там, кстати, на c2, да? Угу. Ну, так вот сейчас к равенству-то и придем. Может быть, где-то слон c5 можно сыграть. Ну, подравняется все, да, видимо? Немножко маловато. Угу. Ничья, скорее всего. Ну, хорошо, Ян найдет возможность, угу, как подкрутить позицию. Он, да, делает это гораздо лучше нас. Да. Так. А вот Анант, наоборот, у него другие задачи. Он старается... упростить ситуацию. Да. Ладья AD1, действительно. Нормально. Ну вот здесь был выбор, какую ладью ставить на D1. Владимир избрал так по центру. Размен. Да. Ферзь E8. Крепенько так. Ладья D5. Ну вот обозначает какие-то агрессивные, да, намерения. Да, конь E7 не пойдешь. Да. Конь D8 с идеей C6. Ну, хорошая идея. Хорошая идея. Ладья D1 надо играть, а что тут? Ладья D1 и на D7 вползаем, да? Ну да, ладья D6 не идет, потому что на E5. На D1 защищена. Но все равно поприятнее у белых, потому что конь на D8 пока... C6, ладья D7. Не красавец, да, C6, ладья D7. Вот мне не совсем понятно, как потом избавляться от этого. Давайте, C6, ладья D7. C6, ладья D7. И ладья E7. Так, снова хочется комбинации какие-нибудь, нет, придумать. Не хочу. А их нет, да? Я не хочу комбинации. Ну, так, хорошо. Ну, может быть, просто пока отойти. Угу. Но все равно как-то неприятно. На конь e6, конь e5 последует. Раскручиваться как черными. Ну, да. Не совсем понятно, да? То есть... Ну да, похоже. Похоже всегда у черных, да? Похоже. То есть... А конь на b7, но сам по себе тоже опять-таки... Похоже, нет. Ладья c6 ход не нравится мне. C6 назад. Угу. Нет, он так и C6 уже пассивный. Ну вот. Уже и C6 вот, пассивный. Вот. Ну, короче, кардинального способа улучшить ситуацию черных нет. Здесь они можно, должны постепенно здесь терпеть. Здесь можно пойти, да? Слон D6. А, на H6 висит. На H6, да. На H6 зеваем, да. Не годится тогда, ну вот. Похоже. Не, так что ли, да? И потом, ну, как-то, потом как-то укрепляться. Здесь сейчас под конь E5 попадем, да? Не, ну, я просто показываю, да. Ну, хорошо. Короче говоря, возможности ошибиться у Ананда хватает. Да. В общем, крамник его поддавливает. Вроде бы чуть-чуть
Но не поддавливает. Хватает. Да. Чуть-чуть, но не хватает. А Нижгири действительно сыграл ферзь А8, навалились. Правильно. И теперь не стал меняться на G2, вот что интересно. Мне не нравится то, что он все-таки... Ладья D6. Разменялся вот таким образом. Обратите внимание, он... Там по вертикали D где-то E4 или C4 хочет сыграть, чтобы слона D2 просто потом не кушать. Не знаю, все равно мне позиция белых гораздо больше нравится, чем та, которая была. Ну хорошо, надо пока решить конкретную проблему. Висит пошел пешка. Пошел бы ладья F7 и выиграл бы партию быстро, а так непонятно. Лучше ли вообще у него? Ну а что делать? Сейчас висит пешка. То есть в отличие от того варианта с разменом на G2, у белых нет. Туда ферзь D5 и E4, наверное. Или C4. Это что? C4. Что-то как-то непонятно, а что здесь делать-то? Это проблема. Ферзь B7, да? Ну, даже здесь просто взяли конь E6, тоже, видимо, в итоге. Да. В итоге, наверное, все-таки по вертикали D-то ничего хорошего не будет, я подозреваю. D4 надо играть. Ну, D4 там на A5 вы имеете ничего, в виду, да? Ничего, это все равно в перевес. Ну да, там пешка C-то, кстати, быстренько да, пойдет, взял, да. Конем взял. Да. Конь E2. Там будет. Ну, лучше видно, что. Любой, даже. Ну, единственное, что слон b4 где-то возникнет идея, да. Ну хорошо, как-то белые вот здесь сомнительно выглядят, но не знаю, может быть, как-то на тоненького где-то будет держаться. Ну, короче говоря, это дело Аниши, он, конечно, выбирает либо так давить, либо так давить, но Свидлер, конечно, попал в неприятную ситуацию. А вот, кстати, что касается. Гельфанда. Не сыграл ферзь А5, вы посмотрите. Не да. сыграл ферзь А5, Личао. Повезло, Боря. Но, может быть, все равно перевес. Может, он просто нашел другой может способ. Быть, нашел просто другой взял. Взял, да. Ну, давайте. Ферзь А5, видимо, выиграл форсированно. Так, ладья E4. Вот Саша очень ферзь хороший D2. Ход указал. Ладья А1 на B4. Он, наверное, не видел этого хода. Что-то я не понимаю, в чем здесь достижение черных. Сейчас конь C3 угрожает. Сейчас хуже у черных будет просто, да? Не знаю. А не знаю, как-то ладьи разбросаны, кто влево, кто вправо. А зачем это все нужно-то? Ну вот это, может быть, ферзь B6? Ферзь B6. Да. А, и на B2, да? Да, но другого варианта нет. Ферзь B6. Так. Ну хорошо, может, это меняет действительно картину. Ну что, ферзя отдавать, что ли, за две ладьи? Я имею в виду, конь C3, конь бьет E4. Ну, это мало. Это все мало, да? Нет, ну да, да, взял... Взял конем, да? Ну, я просто... Я просто выигрываю ходом ферзь D4. Висит слон. Пешка. Висит пешка. Слон, отдается важнейшая пешка, да. Угу. Да, пожалуй. Пожалуй. Если, конечно, там слон H6 и ладья. А что слон H6? Я F6 пойду. Ну вас... да, то есть берете, да? Да нет, я могу сразу. Сразу F6, да? Да. F6. Ну, я все равно ладью видим. А какая? А тогда король F7, может быть, я вообще не пустить, да? Просто, и G5, да. Да. Ну, тяжелая позиция, что скажешь. Ферзь B6 уже сыграно. Ну, да. Ну, таким образом, получается, что, может быть, Личао и так может быть, получает... Так. А, погодите, можно какой-нибудь нюанс? А что грозит там? А вот нюанс? Нюанс, ну... Нюанс вот. F6, да? F6 и? И моток. И Матецкий, да? Матецкий. А, нет, подождите, ферзь B2 зеваем. Ферзь B2 же зеваем. Ай-яй-яй-яй. Так что нюанс да, на C8 не получился. Да, ну, не тогда получился. Тогда, значит... Маленькая творческая неудача. Так, смотрим на циферблат, и вот 12 минут уже у Бориса Абрамовича. 12. Ты ждешь 8, да? Я жду 8, да. Ну, 8 неизбежно, фактически. А? Ну, в общем, да, видимо, ферзь А5 не единственный выигрыш. Да, и так, видимо. Потому что не видно, не знаю, какая-нибудь тонкость, может быть, где-нибудь есть. Но я не вижу, как на Б2. Если я на Б2 съем, то никаких угроз королю не будет, все меняется. Да. И будет тяжелейший эншпиль. Пренеприятнейшее известие для болельщиков Гельфанда. Пренеприятнейшее, да. Так, и теперь Евгений... Томашевский. Да. Он действительно сыграл А3, так что да. Тут-то мы... Опять. Конь А4, кстати. Конь А4, ферзь А7. И, да. Знаете, вот смотрите, как цинично. Выиграл пешку. Забрал.
На А3 взять это будет похуже тогда. Пешка на А5. Кстати, пешка на А5 хорошая. Видите, слон на Д2 как ее держит. И на Б7 слабость. Ну, брать на А3 надо, иначе просто без пешки останется и все. Угу. Ну, допустим, если взяли. Не знаю, может просто цинично. Король H1 и Е4. Или тут конь, под конь Б4 где-то конь попадем, B4, да? Я не хочу, да. Я не собираюсь пока ходить. Я бы пошел все-таки ладья Б1, поле Б4. Да, поле Б4 взять. Это грамотный ход, это да. Взять. Но у черных, правда, есть передышка, а слон G6 вас не смущает. Ага, все, я понял. Смущает, назад. Да? Да. Кстати. Тогда фес Б3 надо играть. Но прямо под слона, под да? Под слона, да. Ну, немножко как-то, да, действительно. Можно где-то погореть. Но, с другой стороны, я не вижу, как от слон Б4 защититься. Сейчас еще раз давайте. Так, как вы играете, слон Б4 или конь Б4? Не знаю. Давайте, конь Б4, меня как вот этот слон на А3 как-то ферзь немножко C3. Смущает. Ферзь С3, да, просто забрали его, наверное. Так что, ага. Вообще, в чем здесь идея-то черных состав? Слон Б4. Ну, давайте, наверное, Е4, да. Проверим дальше. Ну, Тяпкин. Тяпкин? Да. А если Ляпкин, оп, и на D8 Тяпкин, вот вы сами хотели Тяпкина, хотим тяпнуть, да. Как там у классика, ляп по Тяпкину, тяп по Ляпкину. Ну, давай конь C7, да. Конь C7, нет, ну здесь, я думаю, Женя просто будет счастлив, да. Хотя пешка на А5 там в конце поменяется, можно, кстати, и даже не брать, можно просто уйти и позиционные шахматы играть, но, я думаю, что здесь, наверное, хорошо. Должно быть как-то, ну, координация какая-то есть. Белых. Хотя пешку на А5, наверное, придется отжертвовать. Ну, так или иначе, у белых приятный выбор. В общем, Томашевский, судя по всему, находится сейчас в приподнятом состоянии. Ну вот, дорогие друзья, а вот мы в точности угадали все, что происходит у Яна Непомнящего. Да. Коня на E6 он подставил. Подставил. У него взяли просто. И да. Вот эти все разменчики. Вот позиция, да. И взятие. Вот сейчас очень интересный ход. Как играть белым? Слон D2 или битис? Потому что слон D2 мне не нравится, все равно слон D5, а ладья D5 пойдет. Или слон C5. Да, он просто взял. Взял, ладья, да, D4. Да, вот у нас просто слон идет E3, к этому. Да? Слон E3. Ну, слон E3 тоже очень трудно воздержаться от такого хода. Ну, да, потому что... И ладья D5, ладья, да? Ладья D5, все форсировано. Форсировано, ну, да. Не ходить же слон G4, правильно? Поэтому надо ходить на C2. А если так? Слон E6 можно. Слон E6. Ну, тогда шах и слон D6 какой-нибудь. Так и надо. Шажок. И наверное, слон D6. Непонятно. А погодите, ну-ка давайте, вот этот несимметричный размен посмотрим. Вот мне кажется, здесь у белых могут быть может быть преимущество. Пешка на F2 крепкая, на королевском фланге можно будет подавить, да? Преимущество. Ну, правда, преимущество такое. Я вот пойду ладья H5. B4, да? B4. Потому что иначе слон C5 разменяют. Никакого... Ну или ладья C1, я не знаю. Ладья это дело вкуса, да. Ну, в общем, поприятнее. Шах на G5 не опасен за короля F1. Поприятнее у белых, это ясно. А Ян сыграл, смотрите, Ян сыграл нетривиально, как он умеет. Король G2. Король G2, да. Очередная военная хитрость. То есть оставляет слона на H3 тогда. На ладья D5. Так что ли? Я думаю, что он все равно слон E6 сыграет. Слон E6. Все равно и как-то с темпом, нет. Да, и нет и шаха. Ну, в общем, хорошо. Яну оно виднее. Видимо, какой-то маленький плюс у белых все-таки есть. Очень маленький. Но надо все-таки закончить развитие. Очень маленький. Давайте итоги вот этой перепалки мы будем подводить, когда уже, ну, белые все-таки как-то слона с C1 выведут. Вот, все-таки для порядка, да? Потому что стоит-то все не ахти. Так, что у нас делает Владимир Борисович? Он сыграл не ладья D1, а ладья A1. Вернулся туда, откуда эта ладья и уходила. Так, смотрим. Ну, другая, правда, да? Конь B7. Какая интересная. А зачем? На D6 хочет, на E4 напасть. Понятно. Он... Ладья А7. И теперь к пешке C7 цепляемся. C6. Ладья D1. А прав ли был Владимир Крамник, когда, может быть, по вертикали D все-таки надо было ставить? Ну, это ладно, может быть. Итак, ладья, допустим, ушла. Вы теперь предлагаете ладья, сюда, да? Ладья D6, наверное. Ладья D6. Да.
Так, немедленного опровержения нет. Ну, кстати, еще был ход... А, ладья 8. Обходите, ну давайте оставим эту ладью на d6, пусть... Вот наша, наша надежда, этот конь на b7. Согласен. Хотя, даже вот если здесь спросить, чего хотят белые, ну, помимо выиграть, да, простого желания, а вот конкретно... Даже ферзь e6. Ферзь e6. Меня беспокоит слон b6, слон c7, где-то нигде не заползет. Ну, так, то есть взяли. Взял. Не знаю, может быть, вторую на a6 отправить. В общем, такое ощущение, что... А, погодите, а если так? Ну, я хотел ладья e8. Ладья e8, да? Тогда на e5 висит. Да, на e5 висит. А просто если произойдет размен, тут с пешкой h6, я не понимаю, что делать просто. Да. То есть вот так чуть-чуть, но все-таки приплюсивает у белых, да? Да. Ну хорошо, Крамник давит, и пожелаем ему успеха. Я считаю, что одну победу подряд он заслужил. Да, и сравняется с Анандом. Но, правда, пока еще не настолько опасно, чтобы не сделать ничью. Ну, конь на b7 все-таки немножко чудной. Да вот его, что, видимо, на d6 надо. Ведет, да. Ох, а Крамник-то... Ой, не Крамник, а Свидлер, смотрите, что d4. Сделал. d4. Мощно. Да мощно ладно. Задвинул. Да ладно. А если просто взять f5? ЕД и f5. Так. Ну, он там, видимо, слон f4 его смущает. Он вообще не хочет эту пешку брать. Mm-hmm. Сыграл... Вот смотрите, как по-молодежному играет Онишгири. Он поддерживает напряжение. Он делает так, чтобы... А если я возьму на c5 или на e5? На e5. На d2 все равно на висит. На e5? Взяли шах, ладья шах, d2. Шах. Я забыл, что там шах. А если белые укрепятся... А, тогда все равно пешка на d4 висит. То есть ладья d8 создает серьезную угрозу по вертикали d. Да. По виду без одной сейчас. Но я Петр хочу сказать, останется. Что ход d4, он что-то погорячился. Он свои две разменял на одну. Интрига очень простая. Кто из нынешних лидеров еще выиграет одну партию? Онишгири, у него сейчас есть все шансы, или Ян Непомнящий, ну, у которого, наверное, если перевес и есть, ну, не такой значительный. Да, у Аниши есть серьезный шанс прийти к нам на пресс-конференцию. Да. И, кстати, времени у Свидлера... Давайте посмотрим, как Гельфанд действительно сдал ферзя. Но это было неизбежно. Ну, вот что. Взяли. И вот ферзь d4 было сыграно, да. И Борис сейчас будет строить здесь какие-то крепости. Ладья c1. b5. b5. Он просто... По-простому хочет пешку довести как можно дальше. Ну, объективно, позиция на несколько ходов. Ладья c5. Ферзь d3. Ферзь d3, да, совершенно может, нормально. Может, конечно, и на d7. И на d7. Ферзь d3 лучше. Ну, первое желание за черных как-то с королем разобраться, чтобы нигде матов не было, но... Позиция F6 сыграю, все. Позиция, видимо, носит технический характер. Ясно, что вот эта отдаленная... Надо еще H3 играть. Отдаленная проходная, но все-таки должна сломить сопротивление белых. Но Борису не позавидуешь сейчас. H3, H5 можно пойти. Да. А можно и ферзь D7 скромненько, не запуская белую ладью в тыл? Можно. H3? H5 вполне нормальный ход. То есть от слона H6, да? Да. Вы форточку, и я форточку. H5, да. Ну, можно. И потом пешку B толкаем потихонечку, B да. Толкает. Да, конь F3. А что грозит? Ну, пошел B. B4. Ну, слона на B4 а просто хотел. А тогда, извините, я пойду слон F3. Слон E4 и заберу коня. Как? А, на этот... На слон D4, да, вы имеете в виду? Ну, H3 уже сыгран, так что это абсолютно нормально. Вот вопрос в том, как здесь будет делать форточку будет Китая. Будет играть H5 или нет? Можно F6, наверное, сыграть. F6 и как-то не пускать никого слон никуда. Слон идет на D3 великолепно. Или на E6. Никакой проблемы нет. Да. F6 хороший ход. Ну вот китайский товарищ показывает, что он, конечно... Не зря приехал в Москву и настроен очень серьезно. Несколько партий вел трудную оборону, но сейчас может выиграть. Я думаю, что он выиграет эту позицию без большого. Ну, единственная проблема, может, где-то на какую-то крепость нарвется случайно. Знаете, разноцветные слоны, мало ли. Но он еще не пошел F6. Нет, не пошел F6. Ну, думает. У него времени огромное количество, да. Давайте дальше. Так, пока здесь... Ага, смотрите...
Петр Вениаминович на ладья d8 сыграл король g1. Ну, такая забавная смесь очень активных ходов с нарочито профилактическими. Ну что, наверное, надо взять уже. Пора. Да. Потому что на c5 висит, да? И знаете как? На этот ход я вот хотел сыграть конь e6. Еще. Огоньку добавить. А я просто на d4 уже возьму хорошей фигурой. Я не знаю, может быть, структуру как-то изменить. Ну вот как? Таким образом. Что, вы хотите, чтобы я еще... Да, ну, наверное, не... Ну, позиция объективно безнадежная. Это очевидно. А если коню e6 прицепиться, ферзь b3, не знаю, ферзь a2, вот я не знаю. Я думал. Ну, допустим, ферзь a2, как-то цепляюсь к этой лошадке. Ну, может быть. Может быть. Конь e6, может быть, неточность. Ну, может, просто забрать? Может, просто забираем? Да, можно забрать. Так, так, да. Ну, допустим, вот даже ладьей. Я не знаю, там ЕД, там под слон F4 как-то попадаем. Тоже, конечно, не бог весть что, но ладья D7 шли. Кстати, может быть, ничего. Так, ладья D7. Но все-таки пешка D есть лишняя, наверное. Черным еще предстоит серьезная работа. Ну, да, он возьмет и потом коня на F4. А, вот так вот. Да, вот так как-то. Угу. И нет хода D3 за ферзь B3, да? Верно. Ну хорошо, здесь еще действительно надо будет поработать. Ну, в чем в трудоспособности Агири мы не сомневаемся, да. Наверное, и здесь перевес белых велик. Перевес черных, простите, велик, конечно. Да, ну вот так у нас интересно развивается борьба. И зреют результативные партии. Я считаю, что зреют. Да. В первую очередь, это партия Личао. Я думаю, что для Агири надо найти Гельфанда. Вот этот хороший ход. А он конь e6 пошел. Нет, он не пошел. Не пошел, да? Не пошел, он пока думает. Да, а он вот пошел, там думает. Что это такое? Нет, конь e6 это мой ручной ввод. Мы просто рассматривали варианты. Понятно, да. Понятно. Вот посмотрите на видео картинку. Здесь все видно, да? Ну, видно, что он собирается. Он весь в работе. Весь в работе. Так, а Личао вообще не стал делать никакие форточки. Просто сыграл b4. Вот поймать бы его где-нибудь здесь, на слабости восьмого ряда. Может быть, он прав, потому что форточка тогда g4 мог пожертвовать. Конь e4 как-то оживить фигуры. Поэтому, может быть, не надо h5. Может быть, и не надо. Надо ориентироваться на ход f6. А что, может быть, не знаю, может быть, вообще припарковать черным ходом g4, чтобы на королевском фланге... Ну, хорошо, слон d3. Слон d3 или слон e6, да? Слон e6. Давайте, слон e6, да, пешка b идет. Я просто думаю, как же ладью активизировать здесь? Вот как-то надо... Ну, по идее, она должна стоять где-то на поле b8, да? Обратите или внимание, поле b6. Если вы не поставите слона на d4, у вас вообще нет никакой... Ну вот. Да, потому что на слон h6 ход f6 есть. Да. А конь e4? Конь e4. С идеей на f6 забраться? Ну, надо дать шах. Шах, наверное, надо на h2 пойти, да? На h2, ну, я думал f5. f5? Да. Ну, Евгений Леонидович, у вас такая... Ну, я такой. Детско-юношеская... Я такой. Метода реализации перевеса, ну, да? Ну, такой я, да. Да, вы такой, согласен. Вы? Если ты мне не даешь мат, то мат дам я. Ну, конечно, да. Этот ход, да? Ну, я просто от шаха на d6 ухожу, я же чувствую, чем дело. Может обернуться, да. Ну вот, Борису надо какие-то такие тактические нюансы искать. Я думаю, сейчас сыграет g4 вообще так, от бедра. А он сыграл ладья c4 пока. Ну, видимо, ферзь b7, я не знаю, как-то надо эту пешку поддержать. Одну все-таки. Секунду. А что, а нельзя пойти сейчас b3? b3. Да. Ладья b4. Ладья b4. Ну, поясняю, на ком бьет b3, шах. Евгений Леонидович... Заготовил вот это. А вот это, кстати, выиграно? А почему нет? Ну, это, конечно, выиграно. Так, подождите. А вот где-нибудь мы в разноцвете какой-нибудь такой жесткий барьер поставили. Не выиграно только в одном случае, если поменять ферзя на ладью. В остальных случаях выиграно. Нет, я понимаю, что вот если без слонов позиция выиграна. Да, это понятно. А вот со слонами может быть какая-нибудь... Ну...
Конечно, трудно себе представить. Серьёзно, потому, акстись. Я хочу спасти Гельфанда. Я понимаю, вы хотите Гельфанда все вот заровнять. Не да, хочу. Я понимаю. Но, в общем, Б4, давайте посмотрим. Ладья С4. Надо найти. Ну хорошо, давайте ладья Б4 посмотрим. Может быть, да. Действительно рано еще отдавать все. Ну, надо пойти слон С2 или слон Е6. Слон Е6, наверное. Слон Е6 и, наверное... Так, слон d4, сидел ладья b8. Как мат поставить черным? Давайте. Вот я уже ищу способы вас наказать. Я и в 6 хочу пойти. Вы в 6 там пойдете, да? Ну-ка, давайте так сыграем. Это тоже не f6, не да? Одну секунду, я думаю. Может, даже ферзь d6 какие-нибудь еще. Ну, ферзь ладно. Ферзь d6 очень неплохо смотрится. Ферзь d6. Тут как-то теряют белые координацию фигур. Ничего, ничего. Я сейчас еще слон d5 добавлю. Ну, здесь я не знаю, сейчас ком бьет бета, ком бьет бета и подгражу. А пошел f6. F6, да? Да. Конь b3. Конь b3, ферзь d1, сюда да. Съели, шах, шах. Ну, да, тут надо считать вариантики. Может быть, конь e4, я не знаю, может, опять-таки динамика может начаться. И... А, конь вот. E4. Хорошо, да? Подождите, а мы так вот сыграем. А я на g7 залезаю. Да как-то кого это волнует? Кого это волнует? Ну, мне кажется, вы недооцениваете это. Нет, ну а что, G5 нет хода? G5. Напал на коня. Das ist fantastisch. Ну, пошел. Сейчас поставлю мат, видимо, да? Чего просто вы уже. Поставите? Конь F6, слон G7, мат. Да. Это, конечно, горе. Русское горе. Так. Если я играю с ферзем на G5. Ну, наверное, один шах-то ну, надо ушел. Дать. И вот так, да? Ну, и, да, и... да, 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 да. Я пошел b2, тогда шах, ну все, сдались. Ай-яй-яй, а как эта пешка так проскочила? Молча. Нет, ну даже здесь не так все просто, всё я просто. Так замечу. Взял. Ага. Вам шах. Вот я просто как раз именно эту позицию хотел где-то крепость такую состроить. Ну, я думаю, что я это безнадежно. Безнадежно? А вот я в этом не уверен уже. Ну, хорошо. При пешке, когда три против так. трех, но две, и это уже действительно ну, да, шансы какие-то, да. Ну, все равно безнадежно. Ну, хорошо. В общем, я желаю успеха Борису, чтобы он какую-то такую крепость ну, придумал. Ну, мне, конечно, не хочется. Вот мне в этом смысле ход b4 показался преждевременным. А куда торопиться? Зачем торопиться а вот лича? Надо было f6, да? Конечно. Ну, конечно, надо было сначала благообразить да. позицию около да, короля, да, да, и потом да. только уже начинать... Вот. Все... А он тут подождите, а давайте, может быть... b7. Ферзь b7, ну как-то эту пешку поддержать культурно, и потом уже да, только усиливаться. Ну, я могу согласиться, что ферзь b7 хорошо. Я думаю, что слон c5-то не должно пройти. Слон c5. Ферзь d5, наверное, где-то выиграет партию. Ну... Там все подвисают же, наверное. А, нет, подождите, ферзь b5, слон b4. А если так, то здесь ферзь d5, да? Ага. А если шах? А если шажок? Это, и все вроде, да? Еще один шажок. И съели на b3, да? И съели неожиданно на b3. Вот ничего себе. Смотрите, все срастается у белых. Чудеса какие-то у нас на виражах. Ну, в общем, ход b4 был несколько оптимистический со стороны китайского шахматиста. И пусть он, собственно, сейчас подумает. И после перерыва, дорогие друзья, после перерыва он нам покажет, как здесь черные выигрывают. А мы пока да. отдыхаем.